Итак, всем привет, это Спанч Боб. И мы продолжаем играть в игру под названием «Мышление под золотом прессом». И давайте начнем. Куда ты в ручонке теперь? Так, какой-то точек. Ребят, я не помню, что произошло, потому что я выключу запись и включу ее. Я не помню, что произошло. Ну ладно, короче, я смог это сделать, ну, я же не просто так. Я взял и пропустил это, вот. Так, диск. Отлично, давай теперь этот диск в ноутбук. Так, что же... Давай, до свидания. А уже забыл. Подрявая голова. Икс. Подрявая голова опять уже было. Кажется, икс. Сейчас. Солнышко, кажется. Вот, солнышко тут все. И сердечко. Нет, и
веселее. Вот. Вот все. У них что-то про вампира? Нет, какие-то странные штучки, надписи и ручки. Теперь тут все. А лучше диск скорее ловить. Давайте быстренько. А. Ну все, такого теперь распечатан только. Вот черт, бумага закончилась. Так это, где ключ-то? А вот ключа-то нету. Вот теперь переваливается в желудке у пирами. Миссия, поэтому проходить ее не буду, и оставлю на закуску. Это последняя серия, кажется, и будет. Но поэтому я еще записываться не буду. Так что всем спасибо за просмотр, кто там из своего канала. Это последняя миссия, поэтому сейчас именно сейчас я не буду записывать. Всем пока!